И защитники Кармашков 51-й, Дьяков 44-й. Куньлунь снова с шайбой, передача в центр, бросок 1-0. Вот это было неплохо. Лукас Локхарт попадает прям под перекладину. Локхарт играет в тройке со Сквайрзом, у него 26-е единственное время. И так далее. Но это, конечно, все равно результат плохой. А вот здесь удаление будет, а возможно будет и гол. Да, я не то чтобы докаркал, просто изначально сразу было видно то, что очень хороший момент у Куньлуня. И Брэндон Ип забивает, делает счет. Молодцы. Здесь уже прямой пас не прошел, давай только Вольский. А вот дальше, дальше позиционная атака, которая заканчивается броском, он же Витасика, 2-0. Куньлунь забивает еще одну, и здесь уже вряд ли можно будет взять какой-то запрос, какой-то просмотр, потому что... Ну, а дальше выходит шайба из зоны. Вольский. Шор отбирает, 3-0. Ну, вот эта шайба, которую адмирал просто привез в свои ворота самостоятельно. Сейчас вы увидите повтор и поймете, что я имею в виду. Тут и Черников должен быть вместе с ними. Синьо, Захарчук, бабах! Красотища, 3-1. Степан Захарчук попадает в дальнюю девятку. В тот момент, когда казалось бы, что уже все, и адмирал не реализует это большинство, потому что совсем ничего не получалось. Бутузов, вот момент, ну-ка, гол, красиво. Денис Вихарев, благодаря Глазычеву и Владимиру Бутузову, сокращает отставание до минимума. Помните, я говорил, что они красивые? Все-таки здесь, да. Опа, 3-3. Адмирал сравнивает. Уж не знаю, был ли там рикошет. Тем не менее, набрасывал Иван Мищенко от синей линии. Светлов просто горит. Шайбу Куньлуня. Вошли они уже в зону адмирала. Это Войтов, Вольский. Вот он, Дрю Шор. Ну, вот эта троечка, конечно, у Куньлуня выделяется. Вольский, Шор и... Вольский на дальнюю и заходит. Да, зашла все-таки шайба. Так что Куньлунь вновь выходит вперед. Сергей Светлов, конечно, место себе не находит. Весь в игре, весь в игре. Ну, а красивая шайба. Ну, я сказал, видно по игре, что вот эта тройка, ну, она правда... Я просто к тому, что вот эти паузы, они время занимают, и темп игры теряется. А тут тем временем момента, Джастин. А вот здесь хорошо, Бутузов, Мищенко, ну-ка. Нет, решил развернуться, дождаться партнеров. Вихарев, Бутузов, Мищенко бросает и отбивает Кархунин. Хороший момент у адмирала прямо сейчас.